Нишевые томаты. Это Yellow River, это тот желтый томат, который сейчас, ну, скажем, модный, не модный, но это томат, с которым все-таки, наверное, это очень нишевый, низкопрофильный, такой узкопрофильный томат, но с которым можно еще, как, так же самое, как и с Бескалина, можно заработать. Это томат, который стоит всегда на гривну полторы дороже, чем обычный томат. Урожайность та же самая, затраты все же одинаковые. Ну, вместо красного желтый томат. Ну и почему бы дополнительно не заработать полторы гривны с килограмма. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.